Друзья, всем привет, с вами Зомби, сегодня у нас опять Клондайки, и сегодня у нас появилось обновление «Полоса удачи». Отличные призы без лишних хлопот, это ли не мечта, поэтому держите руку на пульсе, такое событие нельзя пропустить. Окей. Джо, я считаю, что лучшая сделка — это честная сделка, нужно что-то обменивать. Так, давайте сюда зайдем. Это получается у нас зимние приключения, но это что-то вроде награды в верхнем ряду доступны для игроков, у которых есть золотая печать. Это понятно. Без золотой печати мы толком нифига не добудем. Но слегка нелогично, то есть логики в этом нет, потому что они добавляют это, то есть просто играть, участвовать в уровне событий, проводить локации, расчищать домашнюю станцию или парк Габриэлы. Смотрите, это вообще нелогично, они добавляют задания, где нужно расчищать, чтобы получать награду, нужно расчищать какие-то локации. Почему они это добавляют? Полоса удачи только для тех, кто любит награды. Это понятно, но почему они это обновление добавляют после того, как мы уже все прошли? Вот это как раз непонятно. Я понимаю, для новых игроков, которые начинают проходить что-то, для них, ну да, полезна такая штука как раз в любое время. Но конкретно для меня, я, например, сейчас ничего не прохожу, локации все уже прошел, и жду новогодних локаций, новогоднего обновления. То есть конкретно для старых игроков, вот эта штука, ну, не имеет никакого абсолютно смысла, потому что мы проходим все сразу после того, как это появится. Так что... Полоса удачи полезная штука, но только в том случае, если вы вообще локации не проходили и у вас на плане есть какое-то прохождение. А мне конкретно, я так понимаю, вообще с этого смысла нет. Давайте я динамит где-то поставлю. Здесь. Смотрим, что получится. Так, с динамита я, получается, собираю жетончики. Жетончики у меня отправляются сюда. И я получаю награды. Доступно для владельцев золотой печати. Да, это понятно. Я, получается, вырубаю любые ресурсы и получаю за это наши, так сказать, слитки. Но прикол в том, что я сейчас не буду это проходить. Все просто, потому что скоро будет обновление, торговая повозка, это такое себе, волшебный лес. То есть это событие сделано просто для того, чтобы вы потратили свою энергию, взамен получили что-то вот такое себе. Ну да, кому нужны изумруды, прям советую проходить, кому что-то нужно. Но кто давно играет в Клондайк, кто давно играет в Клондайк, это проходить не будет, только потому, что мы копим энергию, допустим, либо на сюжетную линию, которая выходит, не скоро, которая выйдет, либо на новые временные локации. А так я сомневаюсь, что я буду что-то тут проходить, поэтому конкретно вот это, как оно называется, событие, полоса удачи, ну, что вам сказать. Я в нем участвовать точно не буду, потому что не хочу сейчас тратить энергию для того, чтобы получить вот эти предметы. Если бы они сделали нам полосу удачи одновременно с какой-то локацией, то да, это было бы прикольно, я бы это прошел.
Но в таком случае я полосу удачи проходить не буду. А если вы проходите сюжетные острова у себя, что-то рубите, торговую компанию проходите, то вы будете одновременно и проходить свои локации, и заполнять эту полосу удачи. Но я в ней участвовать не буду. Так что спасибо вам всем за просмотр. Надеюсь, видео оказалось вам полезным, но... Кстати, напишите свое мнение в комментариях. Вы будете участвовать в полосе удачи или нет? Потому что... Но я не вижу в этом смысла, так как я прошел все временные локации, у меня уже пройдены. То есть, если я буду сейчас собирать вот эти значки в полосе удачи, то... Я попросту буду тратить свою энергию для того, чтобы получать награды полосы удачи. Но награды тут не то чтобы очень плохие, но в бесплатном пропуске, без золотой печати, здесь только 10 изумрудов, прикольная декорация. Но декорация, она будет пропадать, ее нужно будет чинить. Она вам даст огонь, потом пропадет. Дальше сладости. Сундук не знаю, что дает, не скажу. И как вы соберете 1400, вам откроется следующая награда. Да и пока это закрыто. В общем-то, да. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем удачи.